динамичный матч. Две команды играли в атаку, практически не задерживался мяч в середине, только переходили в позиционную игру. Нам очень хотелось сыграть агрессивно. Мы, на мой взгляд, начали игру в таком ключе. У нас были неплохие возможности, много перспективных возможностей. Ну, можно сказать, что и несколько было и голевых моментов. К сожалению, немножко не получилось у нас с концовкой, с завершающим не только ударом, но и, наверное, вот с такой завершающей стадией. Тем не менее, мои футболисты, на мой взгляд, сыграли очень целостно, несмотря на то, что очень были, ну, игра носила такой характер, знаете, открытый. Сама геометрия так нам нравилась, то есть, во всяком случае, пытались они играть правильно. К сожалению, пока еще вот в завершающей стадии болезни наша, мы ищем какие-то несуществующие решения. Тем не менее, благодаря вот болельщикам, преданным, я просто поражаюсь их вот терпению, их вот такой преданности клубу, футболистам. Они, ну, наверное, уже в очередной раз заставляют нас, скажем, помогают нашим игрокам играть лучше, ну, на мой взгляд. Пока, к сожалению, может быть, качество игры чуть и улучшается, но, к сожалению, пока не можем похвастаться результатом. Я надеюсь, что вот в этом дефиците кадровом, который у нас опять, к сожалению, возникает, мы ни в коем случае, ну, не будем уповать на то, вот, на вот это. Будем, те, кто есть, все равно будем стараться играть правильно. Ну и, как я говорю, каждый матч для нас отдельный чемпионат.